Еще к обложке Велини шли два подарочка. Стандартная катушка для наушников и USB-шный кабель OTG AF. Ну, такой достаточно длинный кабель. Сейчас. Даже думаю, наверное, с ним все хорошо, но все-таки сейчас проверим. Ну, возьмем раз. И проверим его на планшете. Так, берем. Раз. И смотрим, что получилось. Вот до конца вставил. Достаточно длинный штырек. Нажимаем отмена. Диспетчер файлов. Внешний USB накопитель. Опа. Да, все хорошо. Кабель нормально работает.